Телерадиокомпания «Витебск» представляет. Здравствуйте, дамы и господа! Мы готовы отправиться с вами в очередное путешествие по планете товаров и услуг. В эфире «Упаковка» – программа для покупателей. Меня зовут Наталья Парфенова. Присоединяйтесь, делайте звук телевизоров громче. Мы начинаем. Самый чудесный врач – это природа. Мы могли бы избежать множества болезней, если бы доверились ей. Приглашаем вас в уникальное место – соляные пещеры, черноморская сказка в Витебске. Мы там уже побывали и готовы делиться с вами своими впечатлениями. У нас в Витебске уже второй год работают галокамеры «Черноморская сказка», иными словами, соляные пещеры. Это не медикаментозное лечение заболеваний человека путем его пребывания в помещении, воссоздающем условия микроклимата природных соляных копий. Соляные пещеры «Черноморская сказка» выполнены из двух видов соли – донецкой каменной и розовой гималайской. Дополнительный целебный эффект оказывает сухой очищенный солевой аэрозоль, который подается в предтерапевтической концентрации через специальное оборудование галогенератор. Процедура состоит в следующем. Вы заходите в соляную комнату с приглушенным светом, где есть детская песочница с игрушками и играет ненавязчивая музыка или идут мультфильмы. На ваш выбор располагаетесь на шезлонге и расслабляетесь. Соляное покрытие выполняет влаговпитывающую, антибактериальную и гипоаллергенную функцию. А сухой соляной аэрозоль, который попадает через галогенератор, обладает муколитическим, разжижающим мокроту действием. Все это создает уникальный микроклимат внутри пещеры, который благотворно сказывается на всем организме в целом. При спокойном вдыхании солевых частиц снижается активность воспалительных и инфекционных процессов в дыхательных путях. Одновременно происходит стимуляция иммунитета. Продолжительность одного сеанса – 40 минут. Вы спросите, а какие показания для посещения соляной пещеры? Их более чем достаточно. Все легочные и бронхиальные болезни, аллергия, кожные заболевания, кроме стадии обострения, заболевания сердечно-сосудистой системы, психологические состояния, такие как депрессия, усталость, напряжение, эндокринные патологии, период реабилитации после ОРЗ, ОРВИ и гриппа, показания для детей аналогичны взрослым. В педиатрии процедура назначается при наличии любого лор-заболевания у ребенка, а также при нарушениях сна, стрессовых состояниях, для укрепления иммунной системы и при бронхиальной астме. Посещать соляную пещеру могут дети, достигшие 6-месячного возраста. Но существуют и противопоказания, их немного, но все же. Это острые формы любых заболеваний, обострение хронических заболеваний, инфекции. Это тяжелая стадия сахарного диабета и сердечная недостаточность. Серьезные психические отклонения, злокачественные онкопатологии, заболевания кровеносной системы, наличие открытых ран. При беременности также стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Доктора утверждают, что один сеанс пребывания в соляной пещере по оздоровительному эффекту приравнивается к 3-дневному отдыху на морском побережье. Улучшается общее самочувствие и состояние кожных покровов, повышается иммунитет, увеличивается уровень гемоглобина в крови. Польза соляной пещеры для детей выше, чем для взрослых. Организм ребенка только формируется, поэтому есть возможность предотвратить многие заболевания, возникающие на фоне слабой иммунной системы, такие как ОРЗ, ОРВИ, ангины и их последствия. Все сотрудники соляных пещер «Черноморская сказка» в Витебске обладают необходимыми медицинскими знаниями, поэтому вы легко сможете проконсультироваться о количестве сеансов и времени посещений на месте. А еще здесь можно приобрести подарочный сертификат на сеансы для своих родных и друзей. Также прекрасным подарком для любимых станет соляная лампа, которая выполняет функцию бактерицидной. Она сделана из цельного куска гималайской соли, оказывающей благотворное действие на сердечно-сосудистую и нервную систему, и при включении ионизирует помещение, нейтрализуя вредное воздействие бытовой и компьютерной техники. Такую лампу можно использовать как ночник. Вас также ждет множество других дополнительных полезных вещей, которые помогут укрепить ваше здоровье и продлить красоту и молодость. Берегите себя и до встречи в соляных пещерах «Черноморская сказка».
Современная косметология и пластическая хирургия – две мощные основы, помогающие сохранить молодость, красоту и здоровье. С каждым годом качество услуг и предложений улучшается. Появляются новые методики и новые технологии. Еще несколько лет назад такая проблема, как варикозное расширение вен, казалась малорешаемой. Но разве что врачи могли затормозить развитие болезни. Сегодня от нее можно избавиться раз и навсегда. За час. В клинике Витебского государственного медицинского университета проводят лазерную коагуляцию и флебогриф. Эти процедуры решают проблемы толстых варикозных вен и избавляют от сетки мелких капилляров. 2 года назад мне поставили, но как-то внимания на это не обращал, заострял, занимался, тренировался. Почувствовал несколько недель назад, что мне как-то неприятно и больно периодически становится. Пошел, обследовался к доктору, сказал, что нужно операцию сделать. Я сделал, сразу назначили операцию, сделали. Всему я доволен. Неделю назад была операция. А как вы сегодня себя чувствуете? Отлично. Уже хожу нормально. Болевых ощущений никаких нет. Дискомфорта тоже. Какие противопоказания после операции? Есть что-то? Есть. Не принимать горячие ванны, сауну, баню. Доктор еще сказал, на охоту на рыбалку не ходить. Тренировки тяжелые плюс. В течение месяца нельзя. Шрамов ничего не останется. Очень маленькие проколы были сделаны. Никаких следов. То есть оно все заживет, затянется очень быстро. Ничего видно не будет. Хорошие отзывы по поводу лазер. И опять же, то, что нет больших ран. То есть, когда классическая операция, там большие разрезы. Я видела людей после вот классической такой операции, которые сделаны. И больший реабилитационный период больше. И как бы более жесткие после операции. Вот если мы сегодня нам уже бинты сняли, и мы одели чулок компрессионный, и только на местах проколов, получается, там заклеили пластыри. Все. Много зависит от доктора. Угу. Юрий Станиславович, вот просто доктор от Бога знает свое дело. Угу. И все четко, все здорово и внимательный. Вот в операционной было такое немножко волнение. Потом, когда каждый за своей работой следит, и такое спокойствие врача передается пациенту. Кроме того, здесь вам помогут избавиться от растяжек. Навсегда устранят нежелательные волосы на теле. Исправят форму груди, губ, носа, ушных раковин. Устранят избыточный вес. Для того, чтобы пройти любую из этих процедур, для начала запишитесь на консультацию к одному из врачей клиники. В зависимости от того, что вас беспокоит. И если показания подтвердятся, вы быстро обретете желаемый результат. Еще мне хочется отдельно остановиться на возможностях косметологии клиники ВГМУ. Здесь работают прекрасные врачи-косметологи первой категории с большим опытом и внушительной практикой. А благодаря технологическому оснащению клиники результаты их трудов просто восхитительны. При помощи медицинского лазера капиллярная сетка, которая так портит внешний вид, исчезнет навсегда. Процедура безболезненная, немножко покалывания такие, но в принципе в целом это не больно. После процедуры легкость на лице. Нет, противопоказаний нет. Здесь можно избавиться от акне, удалить тату, пигментные пятна и растяжки и вернуть коже сияние и молодость. Вы получите отличный результат благодаря последовательности процедур и все это с максимальным комфортом и при минимальных затратах времени. Запишитесь на консультацию в отделение пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ уже сегодня. Берегите свою молодость, красоту и здоровье. Представляю вашему вниманию резидента программы «Упаковка», бренд-шефа ресторана выездного обслуживания «Гранд Фуршет» Геннадия Обовяна. Сегодня он поделится очередным уникальным рецептом. Доставайте свои кулинарные блокноты, ничего не упустите и приглашайте Геннадия оформить ваше торжество. Здравствуйте, я Геннадий Обовян, бренд-шеф ресторана выездного обслуживания «Гранд Фуршет». Сегодня я расскажу, как приготовить удивительно вкусное и изысканное блюдо. И, конечно же, поделюсь своими кулинарными секретами. Приступим? Сегодня мы готовим салат «Виндзор». Почему он называется «Виндзор»? Потому что его придумали в честь королевы Англии Елизаветы Виндзор, ее фамилии. Придумали его в Канаде и составил этот салат Хименес Браво в честь королевы, когда она гостила. Поехали. Для салата нам понадобится виноград, желательно черный, желательно сладкий, даже не желательно, а обязательно. Мы его разрежем на 2 части и сложим в тарелку. В
Вторым ингредиентом в нашем салате будет болгарский перец, который мы нарежем кубиками. Нам также понадобится помидор. Мы его нарежем тоже кубиками. Сыр чеддер. Обязательно английский сыр чеддер. Также мы его режем кубиками. Следующий наш компонент – это салат айсберг. Его нужно порвать на довольно большие фракции. Я думаю, столько достаточно. Вообще, соотношение салата и остальных ингредиентов, я имею в виду салатного листа и остальных ингредиентов, должно быть 1:2. То есть салатных листьев должно быть в 2 раза меньше, чем всех остальных ингредиентов. А сейчас мы готовим соус. Для того, чтобы приготовить соус, нам нужно взять майонез и английскую или французскую горчицу зерновую. Сколько добавить горчицы, зависит от вас. Если вы любите очень пикантный вкус, добавляйте горчицы побольше. А если вам нравится, когда не так уж пикантно, добавляйте горчицы меньше. Но я бы вам рекомендовал добавить горчицу и майонез 1:1. То есть 100 граммов горчицы и 100 граммов майонеза. Для того, чтобы разбавить наш соус, добавим 2 капель оливкового масла. Наш соус готов, пусть он немножко настоится. А мы с вами перемешаем наши ингредиенты. Добавим соус. Опять же, хорошенько перемешаем. Не забываем про соль и перец. И чтобы добавить особой пикантности, мы добавим 2 зёрна красного черного перца. Перемешиваем. Ну что ж, приступим к сервировке. Выкладываем салат в тарелку. Так вот, горочкой по центру. Посмотрите, сколько красок в этом салате. При сервировке не нужно никаких дополнительных усилий, чтобы он был красивый. Сочетание цветов в нем сами по себе просто прекрасны. И, конечно же, добавим несколько кусочков обжаренного мяса цыпленка. Салат виндзорский для королевы Англии, а сейчас и для вас, готов. Приятного аппетита! Сегодня мы готовили вместе с вами. Но знаете, если у вас намечается праздник, ресторан выездного обслуживания «Гранд Фуршет» поможет организовать его в любой точке на карте и приятно удивить даже самых искушенных гостей. До встречи! Наша жизнь состоит из череды событий, и в наших силах сделать эти события приятными. Надо лишь заранее все запланировать. Вот мы, например, запланировали провести выходные на природе в прекрасном уголке Витебской области на территории базы отдыха «Девина». Вы там еще не были? Тогда поехали с нами. Комфортный отдых, юбилей и торжество, свадьба и выездная регистрация, тренинги и корпоративы. Все это в 35 километрах от Витебска на базе отдыха «Девина». Здесь, как в сказке, невероятно красивая природа, живописное озеро и сосновый бор, родниковая вода, благоустроенная территория, зоны барбекю, места для парковки, собственный пляж и уютные домики для проживания. Двухэтажный коттедж подойдет для большой дружной компании. Он разделен на 2 половины. Каждая имеет отдельный вход. На 1-м этаже просторная гостиная с барной стойкой, телевизором и обеденной зоной, кухней, оборудованной для приготовления любимых блюд, санузел с душевой кабиной. А собственная котельная базы отдыха обеспечивает гостей круглосуточно горячей водой. Поднявшись по лестнице с ажурной вязью и коваными перилами на 2-й этаж, вы сможете отдохнуть в теплых и уютных спальных комнатах. Номерной фонд базы отдыха позволяет разместить до 42 гостей. Хотите расслабиться и восстановить силы? Рекомендую воспользоваться русской баней на дровах. Здесь можно попариться целой компанией и приятно провести время в комнате отдыха. А для небольшой компании выбрать 1 из парных блоков, рассчитанный на 6 человек. В любое время года приятно расположиться в открытых беседках и приготовить шашлык на свежем воздухе. Любите активный отдых? К вашим услугам бадминтон, волейбольная площадка, катамараны и, конечно, рыбалка. Для детей во дворе установлена спортивно-игровая площадка с горкой и качелями. По-моему, самое время заглянуть в роскошный банкетный зал базы «Девина».
Интерьер выполнен в стиле шик-шале. Натуральное дерево гармонично сочетается с хрустальными люстрами и зеркалами, соединяя природную роскошь с изыском городского убранства. Зал комфортно вмещает до 60 человек. А просторная терраса с отдельным освещением – это отличное место для организации фуршетов и других мероприятий до 100 гостей. Свадьбы, выездные регистрации, юбилей, дни рождения и корпоративы. Ваше торжество будет незабываемым. База отдыха «Девина» – место, где исполняются мечты. Ошибочно полагать, будто все мы одинаковые. Конечно, все мы чувствуем и мыслим по-разному, но особое чувство вкуса и стиля у творческих людей. Я предлагаю заглянуть в мастерскую деревянных изделий «Биверленд» и посмотреть, что на этот раз они натворили. Современный дизайн и столярное искусство, предметы из дерева и массива, свежие идеи для интерьера – все это мастерская деревянных изделий «Биверленд». Коллекция ребят значительно пополнилась новыми работами. Наша программа побывала на презентации новинок, и хочется рассказать о впечатлениях, но, честно говоря, все это вам лучше увидеть самостоятельно. Только тогда вы по-настоящему сможете оценить их творчество. К мастерам приходят не только посмотреть на возможности работы с деревом и потрогать гладкую обработанную поверхность именных фоторамок, ключниц или салфетниц, но и ради общения с владельцами компании, создающими уникальные предметы для интерьера. Эти ребята, а именно Иван, Антонина, Сергей, Надежда, концентрируются на современном и актуальном дизайне, экологичности и индивидуальности. Дизайнеры смогли реализовать свои идеи в производстве различных сувениров и брендовой продукции для фирм и предприятий. Еще есть время заказать симпатичные предметы с вашим логотипом в качестве презентов для ваших клиентов и партнеров. А сундук для шампанского сделает любой подарок более солидным и значимым. Все так же остаются актуальными детские метрики и настенные часы ручной работы. В поисках еще большего числа оригинальных и интересных идей мы пообщались с ребятами и узнали, что все предметы декора и интерьера они делают вручную. В работе используются только натуральные материалы. Но это лишь малая часть творчества мастерской деревянных изделий «Биверленд». Дизайнеры готовы реализовать самые смелые проекты, и размер в этом случае не имеет значения. Что ж, творите, как говорится, и вытворяйте, а упаковка желает вам удачи и новых интересных идей. Все выпуски нашей программы доступны на нашем сайте vtv.by и на официальном канале в YouTube. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашей компании, звоните по номеру МТС 711 17 37 и добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Упаковка реклама в Витебске». Мы всегда рады новым участникам проекта. На сегодня, друзья, это все. Я с вами прощаюсь. Всем отличного сервиса, выгодных покупок и хорошего настроения. До встречи!